Да, ба. Слушайте. Да, уже работаю. И зарплата идет. 22 тысячи. Я не могу сказать. Он запретил. Ну, крышу тебе сделаю. Ты у Александра Адольфовича должи, скажи, я заработаю, пришлю. Ба, ну перестань. Ну какие бабы, бабуль? Подожди, я тебе перезвоню, баб. Простите, а вы наш новый сторож? Я охранник. А вы сокращаете дорогу через кладбище? Наоборот, я домой иду. Ну, я бы с радостью жила бы в другом месте. И как вы теперь пойдете? Придется обходить. Извините, если что. До свидания. Подождите. Я все равно буду делать обход, поэтому мы можем вместе... Вместе веселей. Спасибо. А чем отличается сторож от охранника? Сторож спит, а охранник бдит. Что? Глаголы вроде похожи, а действия разные. Тогда вы наш первый охранник. Приятно. Здорово! Давай быстрее! Здорово! Понял! Здорово! Здорово! Привет, парни! Здорово, малой! Все, парни, погнали! Сервис, а вот там. Следующая станция Павушкина. Сначала. Ну, коллегу, блин, что-то. Сейчас. Смотри. Чего слушаю? Да ты полез. Че, не кай? А дальше? Здорово, парни! О, Тичер! Здорово! Здорово! Лысый! Здорово, отцы! Здорово, пацаны! Всем привет! Тетрадь, здорово! Малой! Боковые двери! Уважаемые пассажиры! Рекомендую вам покинуть этот вагон! Пацаны, устроим жару. Воля! Yeah.
коней нормальных кроссовок нет. Skullhead Crew! Skullhead Crew! Что это такое? Хорошо вот так вот посидеть, покурить после занятия спортом. Курить после физнагрузок очень вредно. Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные. Я русский. Вот только не надо гнать. Русские столько не курят. Вот мы с Короном по пачке в день, а ты, борец за здравоохранение, полторы, а то и две. Так что засунь язык в свою черную жопу и сиди ровно, русский. Ну что, может, о делах поговорим? Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори. А дела наши очень плохие. Это почему это? Догадайся с трех раз. Бабло кончается, а работы нет. После последнего мероприятия уже месяц как прошел. Ну и? Что ну и? Бабло кончается, перспектив никаких. Перспектив? Да. Потому что в прошлый раз из одного нервного придурка мы сильно наследили. Вот только не надо сейчас крайних искать. А почему бы не поискать? А давайте поищем крайнего, который думает, что раз у него пушка, он может из нее шмалять направо-налево. Не предупредил о том своих коллег по опасному бизнесу. Слушай, ты пальцы не гни, ладно? Ну, погорячился, со всяким может случиться. Со всяким, да не со всяким. Вот с баклажаном это не случилось. И со мной не случилось. А с тобой случилось. И репутацию нашу ты подмочил. Теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные. А раньше не думали. Раньше думали, что мы не на всю голову отмороженные. А теперь думают, что на всю. Да, я. А, легавый, здорово. Работа? А что за работа? А, ясно. Хорошо, давай завтра. Где всегда? В зоопарке. А почему в зоопарке? Ладно, давай. Мен звонил? Ага. Чё надо? Работу предлагал. Чё за работа? А кто про это по телефону базарит? Завтра увижусь, узнаю. Почему в зоопарке-то? Чтоб тебя никто не узнал. Тачку будем угонять? Нет. Пешком пойдем. Ты что-то часто стал тупого включать. Какую брать будем? А мне по барабану. Главное, чтобы неприметная была и стекла тонированные. Нашу или иномарку? Я сказал неприметную. Жигу возьми. Или Волгу на крайняк. Понял я. Так, теперь давайте с эфиопским футболистом. Я русский. И в Эфиопии никогда не был. Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был. Стволы на тебе будут. Легкое что-нибудь возьми, но с глушаками. И одно что-нибудь тяжелое, на всякий пожарный. Ну что именно? Сам на месте смекни. Все? Все. Ну вот и хорошо. Только давайте на этот раз все чисто сработаем. Что бы это ни было. Без всякой самодеятельности. Ладно? Чего ты смотришь? Понял я все. И не надо грузить меня. Ну вот и хорошо. Тормозни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он поскакал, засранец. Ну что, классную тачку с Петей забрали, да? Да, хорошее состояние у машины. Хорошая Киору. Нравится? А что ты думал, я все какую помойку забирать стал? Хоп, не расслабляться! Слышь ты! Что, ребят, сломались? Да нет. Да не, командир, нормально все. Ну, тогда давайте ваши документы проверим.
А че? И паспорта ваши тоже приготовьте. А что случилось? Там... Да случилось тут одно. ЧП, что ли? Да. Эк. Открой капот. Досмотри салон и багажник. Ну-ка, дерни. Слушай, командир, что-то заклинило, не открывается. Правда, что ли? Странно. Ну-ка, пусти. На, подержи. Что тут дергать-то? Вон. Закрыт. А как масло доливать будешь? Так а тут прямо в бак можно. Да, кстати, тут все в бак заливается с бензином. Так. Ну, как говорится, счастливого пути. Давай, пока. А что это у вас тут в газете? Да я сроду таких газет не читал. Сейчас посмотрим. Трава какая-то, товарищ старший лейтенант. На зеленый чай похоже. Да ладно, командир, заканчивай этот спектакль. Хрен ты нам это фуфло втюхиваешь, а? Лохов нашел? Иди там, у тебя в колхозе. Подсовывай трактористов. А? Так, статья. Хранение и распространение. Ну что, поедем в отделение? Разберемся, кто кому подсовывает. Заодно и капот откроем. Прапорщик. За руль. 12-й. Я 31-й. Мы сейчас к тебе с крутыми москвичами подъедем. Торговцев взяли. Слышь, командир, а что за проблемы? Да у меня-то нет проблем. Это у вас проблемы. Наркотики перевозим. Ну что, давай мы на месяц штраф заплатим, да и все. Ну, сейчас я тебе заплачу. Ты у них самый главный. Как зовут? Костя. Ты что делаешь, что ли? Стоять! Стоять, не дергаться! Да не лезь сам достану! Стоять, я сказал! Вы что вытворяете? Мать твою. Ты что ж, деньги в бумажнике не носишь? Зря. Купюры лучше сохраняются. А это что? Фальшивка, что ли? Ага, специально лохов разводить. Конфискую. Ты все-таки не забирай. А ты что, думаешь, у них больше нету? Ну, мало ли. На. Поскольку штраф уплачен, больше не задерживаю. Опа. Счастливого пути, как говорится. Приезжайте к нам еще. Поехали. Ну чего вы встали? Поехали. Поехали отсюда быстрее. Кот, а откуда у тебя лавой взялось? Нет, я, конечно, ничего не хочу сказать, но нафиг на заправке, бля, эти качели были нужны. Ты же говорил, что на посту тебя лавой слил. Чё за предъявы, бля? Вы чё, попутали, что ли? Крысу во мне увидели? Ничего себе вы мне такое говорите. Укачало вас, походу? Этапом из Твери, а? Деньги ты переложил, что ли? Нет.
Молодцы. Я тебе сколько раз говорил, не оставляй деньги без присмотра! Да ты иди... им-то оставь. Да еще вернемся. Куда? Иди, отрабатывай. И как тебе в голову пришло прошмонать мусорской УАЗик? Ну что, я сижу, вижу, такая канитель. Думаю, нихера себе прикол, они вас разводят, прикинь. Не, ну мусора совсем охренели. Ну, а ровно вместе такое исполнение устраивает. Да слишком внимание к себе привлекаю. По колхозу на Данилу More guests from Russia, please give a warm welcome. This time, it's B2! Большие города. Не стреляй. Менес! Don't shoot! А Менес где? Мани! Где Менес? Лежать, сука! In Menes's office. У Мэниса в офисе. O-D-I-S. It's all in cash there. Там все наличные. Сгорают от любви. Да, знал. Всем
Ночью летний страх, колени преклонит, и мертвые уста. Thank you. I'm okay. I'm fine. Вот хорошо. О, Russian водка. Good. Давай. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? Да. Ой, ты вот, все, давай, давай, давай. Сынуля ко мне, все. Иди, Леонора, иди, иди. Ты моя цыпа. А мамочка где? Отдыхает, ну хорошо. В общем так, найди палача. Ага. Что-то два дня его нету. Ага. И приготовь бабки для лоера. Ага. Ну, а палачом без палача дело надо делать. Надо делать. Да, ну давай, давай. Я все понял. Я все понял, начальник. Цыпа моя, цыпочка. Все будет в лучшем виде. А? О! Здравствуйте, ребятки. А че так долго? А че у тебя в коробке? Уши доктора. Не совсем. Ну, если не уши, давай рассказывай, как съездили. Съездили мы, Сергей Михайлович, не совсем удачно. Да. Ну, давай бомби. Мы тут в просак попали чуть-чуть. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? Нет, Сергей Михайлович. Просак, Сережа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием. О, у женщин. Да, даже Владик знает. Ну, так. Ну, давай, бомби дальше. В общем так, приехали мы к нему, как вы сказали, а он стал грубить, пушку выхватил. Потом еще какие-то два отморозка появились. Все с оружием стали нам угрожать. Ну, короче, мы их всех убили. А скажи мне, Сережа, разве я велел вам их убивать? Ну, ты же знаешь, что мне доктор нужен, а? Сергей Михайлович, ну не первый начали. Чего первый начали? Судак ты белоглазый, отмороженный. Ну, если ты видишь, что ситуация накаляется, ну переведи стрелку на другой день. Ну мы же, да, ну мы же. Пороть вас надо. Сергей Михайлович, ну мы же. А вас-то пороли? Меня? А как же? Пороли? А ты думаешь, почему я такой стал, а? А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол. А чего хорошего? Я до сих пор очень хочу его убить. И еще кого-нибудь заодно. Ладно, Саймон, кончай лабуду всякую городить. Сергей Михайлович, мы же по делу приехали. Мы что же... вы же? Ни одного дела вам, идиотам, поручить нельзя. Пошь прочь отсюда! Что у тебя там в коробке? Порошок. Какой порошок? Ну, там был какой-то, мы решили собрать, ему ведь больше не надо. Давайте что?
Чтоб я вас не видел! До свидания. До свидания. Прочь отсюда! Ты идите быстрее. Ну, ты видал, а? Ну, что скажешь? Так. А чего с колесами-то? Прокололи? Не суйся пока. Да у вас тут гвоздей до жопы. Стал быть издалека. А вы что, в гости, что ли, к кому приехали? Аль на совсем? Ну, можно к собачке. Заодно и подлечитесь. К ней вон даже со всей области едут. Целыми неделями живут. Слушай, для тракториста ты слишком много вопросов задаешь. А не побоитесь собачки-то? Значит так, смотри. Потихоньку. Не газуй там сильно. А то мне вырвешь все. Да я просто так, не знаю. Злые какие-то городские. Оно тебе надо, мужик? Откуда? Зачем? Меньше знаешь, дольше живешь. Понятно. Ну чего, Петь, готов? Давай потихоньку. Давай, давай, давай. Пошел, 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 пошел. На, мужик, возьми, спасибо тебе. Не, много. Могу нажраться. Так у меня меньше нету. Придется нажраться. Понятно? Понятно. Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Все пропили. Думаете, что? Кончилась Россия, да? Во! Во! Вот тебе! Боитесь чего-то, да? Спасения не ищете? Что в ней нашли? Ты чего, Лёш? Напугал меня. Нет, у меня такое же бывает тоже. Знаешь, бывает, схватит, держит и не отпускает. И тогда или вот это, или к бабам. А лучше все вместе сразу и много.